Игрушка Банни на картинге от Лапс представляет собой машину, за которой сидит зайчик. Сзади у нас переключатель звука. Можно сделать тише, можно совсем его отключить. И включить и выключить машинку. Если мы включим нашу игрушку, игрушка очень хорошо и быстро ездит, даже по ворсистому ковру. Нашему ребеночку 1,5 годика, и он запросто ею управляет. Ему эта игрушка очень нравится. Машинка очень быстрая. Если машинка будет врезаться, допустим, в стену или в разные препятствия, при многократном врезании зайчик из машинки катапультируется. У машинки есть свет, фар. Пульт представляет из себя морковочку, в которой светятся огоньки. Очень качественная, хорошая игрушка. Всем ее очень советую, как первую игрушку на пульте для малыша. Очень шустрая, быстрая машинка.